Всем привет, ребятки! Мы продолжаем играть в эту прекраснейшую аниме-игру. Никак не могу ее выговорить. Ну, вы сами знаете, как она называется. Так, у нас какие-то есть артефакты. Здесь нету. А чё? Вот же артефакты. Артефакты. А, вот. Какой-то цветочек. Отлично. Ее можно улучшить. Так, не знаю, пока не будем улучшать, просто надеть. Тырын, надели. Так, улучшить. Что такое улучшить? Так, нажмите здесь для автозаполнения материалов улучшения. Чук-чук. Ну, пусть будет необходимо 840 золота. Золота у меня достаточно. Приступить. Чук. Новый уровень. Подтвердить. Так, улучшили. Выходим отсюда. У этой чё? У Эмбер ничего. У Шапалаха 4. Так, все окей. А может, у него еще что-то можно улучшить? Я что-то не подумал. Артефакты. Давай, допустим, вот этот возьмем. Улучшить. Авто. Нету ингредиентов. А чё они такие желтенькие горят? Улучшить авто. А, все туда ушло. Все понял. Так, что у нас с миссией? Вот что такое? Смотрим. Это что, обновление? Не надо нам никакие обновления. Так, выходим отсюда. Где миссии? Миссии. Встретиться с Кейр у входа в храм. Отлично. Так, сейчас немножко игра. Как будто бы подзависала. Мне кого казалось. Все, пошли. Это кто такой? Это Годвин. О, это кто такой? Стой! Стой, гадина. Так, все, окей, дальше идем. Так, в прошлый раз мы проходили храм. Даже первый раз погибли. Эмбер погибла. Так, это что у нас? Ягодки собираем, пригодятся. Размер нашего ящика, или как сказать, наших карманов, я не знаю. Пока собираю все, что собирается. Опа, опять. Шапала. Так, они как будто бы сильнее стали. Бам, держал не болян. Опа, кто-то стреляется, по-моему. Так, иди сюда. Так, ну, в основном мы будем, конечно, проходить Шапалахом. Насчет... Да нет, прыгать не надо. Потому что по Эмбер я еще пока не привык. Мне надо еще привыкнуть хотя бы к Шапалаху. Так, грибочки собираем, пусть будут. У нас тут есть сундучок. Открываем. Какие-то чайник целителя. Тоже, наверное, для улучшения, кстати, потом проверим. Новый чайничек целителя. Это чайничек когда-то использовался для заваривания. Для заваривания чайка. Гриб един. Опа. Вот это надо, я у этого был. Как его? Забыл, как его, который из металла-то делает. Да блин, отпрыгни-то. Кузнеца, во. Так, идем сюда. Что у нас тут? Так, на горе никого. Вот вижу какой-то крест. Что это за крест? Ничего, просто крест. Непонятно. Опа! Это типа я залез, и можно посмотреть свысока. И я вижу первое, что я вижу. Это вон какую-то штучку. Если вот так прыгну. Так, что это у нас такое? Слизни! Windblade! Есть один. Так, слизь берем. Мой, этого слизняка.
Там вон еще копится суперудар. Есть. Так. Слизь слайма забираем. Так, вот это что такое? Это разрушить надо? О, точно, это надо разрушить. Шапала! Она что-то не рушится. Только ударами. Блин, ее вообще как сильно долго бить. Слабенький у меня тоже человек, я так и понимаю. А, это мои внизу жизни, что ли? А, я думал, это его жизни. Блин, я забыл, вот как надо было сделать. Все, ладно. Тупишка я. Электрокристалл какой-то взял. Меня било электричество. А я думал, что я его бью. Вот придурок. Оп. Так, гора. Опа. Так, дальше. Что у нас тут? Никого? Так, я на какой-то горе. Мне надо храм. Так. Как будто бы я здесь был, а опять это все появилось. Я там сейчас видел сундук какой-то. Сейчас пойдем разберемся вот с этими. Видели, и они опять тут. Эмбер, ну-ка. О, Эмбер. Вы что, офигели, что ли? Кто это запустил? Это там какой-то ведьмак, походу. Так, так. О, еще живой. Не дает мне подойти. Точно, это ведьмак. Эмбер, мне нужна твоя помощь. Ах ты. Not so hard. Да я понял уже, давай быстрее. Вот какой гад. И чё? Что, ничего не получается? Так, окей, шапалах. Надо просто подбежать и его валить. Давай, главное вот этого завалить. Все? Нет, еще. Все, есть, готов. Теперь вот этого стрелуна. What the? Вот это было мощно, отвечаю. Windblade. Так, давай, есть. Фу, разобрались. Блин, ну так неплохо, сложновато было, конечно. До этого было все полегче. Какой-то маг. Тут был какой-то маг. Богатый сундук открываем. Что в нем у нас? Чайничек опять. Серебряный лотос целителя. Опыт и учение о свободе какой-то. Так, коробочки сломали. Ничего. Серебряный лотос. И учение о свободе. Ну-ка, давай, учение о свободе. Что это? О, у меня очень много книг. Может, их надо читать? Ну, давай вот это откроем. Мастерство царства снов. Подземелье. Что-то там не обнаружено. Свиток. Шамачурлы. И что с ним делать? Так, разбитая костяная маска.
Это у нас толстый слой. Так, это понятно, это понятно. Короче, тут ничего не понятно, если честно. Вот у нас куча всяких, вот этих чайничков у нас куча. Интересно. Тут ничего нет. Кристаллы. Это что такое? Лепестки священной сакуры, великого храма Нарукаме. В них заключена любовь к Кинадзуми. Где найти? Так, все понятно, ладно. Давай тогда зайдем мы в артефакты. Я думаю, что можно что-то улучшить. Допустим, вот это перышко. Улучшить. Авто. Я же говорил, вон. Только это все синее. Прибавит силу атаки до 12. Мне кажется, что это вот зеленое, синее. Ну-ка, вот это улучшить. Достигнут максимальный уровень. А, вот оно как. Так, понял. Улучшить. Автор. На 12. Давай, пусть будет вот так. Сила атаки улучшится. Улучшение выполнено. Подтвердить. Так, закрыть, закрыть. Еще у меня есть оружие слабоватое, но надо его улучшить. Автор. На 60... Вдвое почти, ребятки, я... Офигеть, приступить. Новый уровень, уровень 13. Ха! Теперь я их быстрее буду валить, а то что-то... Какая-то ерундистика сейчас была, еле-еле их завалил. Так, идем дальше, что у нас тут? У нас тут спрятано что-то. Ничего не спрятано. Так, мне вот в эту сторону... Конечно, тут спрятался. Иди сюда. О, у меня еще кто-то стреляет сзади. Уже уровень 9. Так, есть, я его завалил. Вот кто-то стреляет, меня не могу развернуться. А, вон оно. Ага, промахнулся. Шапала. Короче, когда я улучшаюсь, я как понимаю, и они улучшаются. То есть становятся сильнее. Я улучшился, они стали сильнее. Так, здесь у нас что? Вот я что-то не подобрал. Картофель. Нет, вот еще. Вот. Разбитая маска. Еще одну масочку подобрал какую-то. Так, обычный сундук. Что у нас тут? Мясо птицы и просто опыт. Окей. О, тут костер. Тут можно что-то приготовить. Угу. Все понял. Здоровье. Вот это для оружия. Мастерство. Какого-то ингредиента у меня нету. Вот это для оружия. Тут тоже какого-то ингредиента нету. Ну ладно. На кострах можно готовить, а тут... Оп-оп-оп. Нет, тут готовить нельзя, и плюсом еще теряешь здоровье. Так, ну все, бежим дальше. А, вот же, бежать точно можно. Так, давай-ка прыжок. Назови что-нибудь, что можно сделать только голову. О, можно по скале прыгать, и он быстрее так поднимается. Отлично. Отлично. Храм тысячи ветров. Это кто? Они даже возле храма тусуются. Вы офигели, что ли? Шапала! На, тебя дадут, чтобы вы вдвоем меня нафигачили. Что-то подобрать можно? Что-то ничего не знаю. Сюда! Windblade! Я могу еще тебя добить. Вытопим! Офигеть. Они что тут делали-то вообще? Или это какой-то храм, в который мне не надо? Я просто там еще вон видел. Чебуреков. Так.
Ну давай попробуем дойти до этих чебуреков. Уровень 12. Блин, мощный. Особенно, как я понимаю. Вот эти гады. Ты не прыгай, ты мочи его. Нет, стой. Эти я понял, это которые огнем пыляются. Вот у меня одного хотя бы добить есть один. Ах ты гад, это не просто. Вот еще кто-то. Кто-то добить из этого. У него защита какая-то. Ладно, окей, я понял, давай вот этого. О, он там встал. Так, его, пока он защиты не пользуется, его надо мочкануть. Винплей. Там еще и вас сколько здесь? Что-то вы тут защищаете, жесткое. Гады. Ля, ты крыса. Винплей. А, вон еще меня кто-то шмаляет, гад. Так, окей. Вот это что такое? Подобрать. Вот он, гад. Да блин! Да ну нафиг! Я забыл, что я могу Так, а чё мне надо шапалаха-то как-то вылечить? Яичницей давай подтвердим. Так, шапалаха вылечили, теперь надо... Как эти-то... Блин, ребята, как поесть-то? Вот, наверное. Еда. Курочка. Вот, смотри, 15 у нас. Плюс 1200 хп. Использовать. Подтвердить. Все, мы нормально. Так, а ну вот оно как, что произошло-то. Меня, представляете, убили. Это уже второй раз разбитая маска. В прошлый раз меня один раз убили. И в этот раз меня убили. Ну ничего. Так, вот интересная штука. Она была защищена какой-то магией. Это у нас богатый сундучок. Давай посмотрим, что у нас тут. Монетки. Опыт, совиное перо. Перо берсерка. Как в этом, в Думе. Так, совиное перо целителя. Сила атаки 17. Увеличивает получаемое лечение на 20%. Использование взрыва стихии восстанавливает 20% HP. Вот это 2 предмета, 4 предмета. Это я не понимаю. А, это если их 4. Жесткое совиное перо. Используется в качестве самомотивации. Окей, это что? Берсерк. Короче, вообще нормально. Так, давай пока не будем это использовать. Давайте посмотрим, что у нас вот тут. Как будто я что-то пропустил. Видите, какие-то значки. Ну-ка, надо забраться повыше. Чё, кого, Так. Застрял, что ли? О, не смог залезть. Ладно, окей. Так, вот тут что такое, видите, вот. Вот тут что-то. Утёс звездолова. Давай, лезь. Есть, успели залезть. Так, здесь у нас мята. Так, и вон, что за... Что-то наверху, видите? Мне кажется. Да нет, что-то есть там. Так, и вот. Ну, для этого... Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что такое. Точка телепортации, понял. Так, я хочу вон туда, отвечаю, попасть. Там что-то есть, вот прям видно, что-то есть. Сейчас пробуем вот с этого края подойти к этому делу. Тише, не та кнопка. Прыжок. Летим. Цепляйся, во. Давай. Отлично. Так, забрались. Еще так долезем.
Отлично. Я же говорил. А, это птичка была. Вот это что такое? Вау, это штука похожа на большой ветер. Что это такое я подобрал? Вещество, накопившее большое количество энергии Анема. Предложите его статуе и помогите восстановить силу, которую она потеряла за это время. Какой статуи? Какой статуи? Это что такое? Семена надежды, освещающие ночное небо. Несмотря на расстояние, те, кому суждено встретиться, обязательно найдут друг друга под звездами. И символ признания вольными ветрами города свободы можно обменять на особые приметы масштаб. Это просто можно обменять. А вот это предложить, приложить к статуе. Ну, следуй за мной, я расскажу тебе потом. Давай, куда? Я вон еще какой-то свет вижу. А как ее включить-то, вот эту помощницу? А, так, архив. Опа, экипировка. Так, ладно, это мы потом. Блин, это тоже не то. Где? Магазин, архив, карта, задание. Встретить с Кирой, это понятно, это что такое? Тимур, ты чё? Льва. Долго будешь сидеть, то время как 12, сейчас уже? Ты покушал? Вот это хочу. Отслеживать цель. Где она? Вон она. Все, полетели. Показывай, что она ела. Ну рассказывай, что за статуя это. Так, 300 метров до статуи. Какая это статуя? Поднесите анимакул статуи семи архонтов. Давай, побежали. О, сосновая шишка была, ну ладно, мы ее побежали. Так. Давай. Прыжок. Еще полетаем. О, а так, а все, вот оно где-то, да? Тут что-то есть. Гриб. Не понимаю. Бригада. Эмбер, убегай. Шапалах, включайся. Давай оттянем нескольких. Грибочек заберем. Все, теперь валим вот этих двух. Так, одного есть готов. А, один, второй тоже готов. Так, это кто мне шмаляет? Грибочек заберем. Кто-то меня шмаляет. Ты кто? Так, добили. Кто еще? Еще один. Бьем его, бьем, да-да. А у него всего 4 уровень. Что-то я зря переживаю. Все, сундучок свободный. Так, сундучок. Богатый сундучок. Давай. Перо, карманные часы, опыт. Так, готовить мы ничего не будем. Это что такое? Смотрите, ребята, это что? Интересное. И что, просто сломалось и все, что ли? А, походу, это надо было что-то с ним сделать. Если вот все сломаем. Мокрый. Кто-то мокрый. Вот это кто летает? Птичка. Очень интересная птичка летает. Кто это? Я не понимаю, вот это что блестит. Ну, гриб да гриб. Нет, это не он. Опа! Нет!
Что это? Не понял. Ну-ка. О! Смотрите, тут секретик какой был. Кто вот это? Это какой-то зеленый слизень. Я только что нашел сундук в сундук в скале. Просто по скале бомбил, у меня сундук появился, офигеть. Это что-то интересное. Ну и не могу я понять вот с этой звездочкой, конечно. Что это за звездочка? Ну ладно, у нас статуя впереди. Где она? Или это она есть? А нет, вон туда ведет меня. Очень далековато что-то статуя. Я так-то не собирался к ней так далеко. И еще одна звездочка справа появилась. Мне кажется, какая-то птичка, которая блестит. Это она. Так. Так, подходим к статуе. Что она может мне предложить? Никого тут нет. Статуя семьи архонтов. Давай сделаем подношение, Шапалах. И что? Вау, мне открылось вон сколько всего. Награда ранга приключений. Активирована новая точка телепортации. Я думал, что-то такое интересное. Поклониться статуе. Дать все. Камень истока 10. Выносливость. Так, поклониться статуе. Необходимо аниманекул 1 в наличии. Дать все. Награды статуи. Ну давай, дать все. И уровень. Can you feel the blessings of the seven? In Mondstadt, people call them animaculi. They can be fitted into the statue's eye. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animaculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But the rules of this world don't apply to you anyway, so... Keep offering animaculi, and maybe you'll receive more blessings. Слизни! Все, что ли? Так, астровитрины, там еще вон гады какие. Так, я понял, в смысле, все, мы астро эту запустили, мне теперь надо... Так, это не то, это какое-то обучение. Кстати, интересно. Защищен криощитом. Эффект гидра, близко к воде и гидроатаки накладывает на существ эффект гидра. И чем мне еще сейчас дадут за обучение? О! Так я мне надо все пройти, их просто мне дадут кучу обучения, рассеивание, добыча древесины, заморозка. Мы сделаем так все быстро и 8. Так, а ребята 4 уровня. Хоть вас и много времени не страшно. Опа! В чё я там попал-то? Всё взорвалось. Норм, норм. Так, я понял. Эмбер! Держал, не болел. Ха-ха! Так, я добью. Оп, оп. Всё, добили. Отлично. Сундучочек.
Так, ничего готовить не будем. У меня все есть. Богатый сундук. Открываем кубок. Опыт, цветок. Окей. Так, давайте теперь по миссии. По миссии мне нужно... А кулинарное искусство что не сделал-то? А дайте Лин шашлычок с грибами. Так, искры среди страниц, полоса препятствий. Так, давай, как отслеживать цель? По миссии, пойдемте по миссии. А то я и так уже задержался. Где-то не там. Ууу, далековато, ну конечно, мимо вас я не пройду. По-любому. Нечего вам тут делать. Иди сюда. Опыт всегда пригодится в моем трудном деле. Так. Можно просто призывать у Эмбер вот эту штуку. Интересно, сейчас попробуем. То есть вот видите, стрелы. То есть я этим дерусь, нажимаю, а это суперудар использует она. Как я понял. Если я не прав, напишите в комментах. Я просто еще ничего не пробовал. Только-только пробую вообще ее проходить. Блин, далековато. Где цель-то? Вот опять, видите, звездочка появилась. Что это за звездочка? Вот где-то вот здесь. Вот прям вот тут. Вот она. Аниманекул. Как я вот до этого-то не увидел. Я думал, вот это летающая какая-то птичка была. Так, окей, бежим дальше. Да, не надо, зачем тебе? Так можно. Любитель полазить, что ли? Куча всего, в принципе, как я понял, можно не собирать вот эти разные мяты, не мяты. Их просто здесь столько, что можно не собирать. Только собирать то, что как бы может пригодиться. Если тебе что-то надо, допустим, сделать... Посмотрел ингредиенты, посмотрел, где можно их достать, пошел и достал. А вот тут что-то интересное. Сундук защищен, а никого нет. Тут что такое? Такое чувство, что можно воспользоваться Эмбер. Точняк, прикольно, видели? Я зажег. В груди пожар. И что дальше? Зажег пожар. Как сундук мне этот скрыть? Еще один непонятный секретик. Оп-оп-оп-оп. Попала, ты где? Какие большие слизни. Теперь у эмберовские вот это попробуем. Точно. Я так и думал. О! Вот то! Шабала! У них иммунитет сейчас какой-то был, я видел, было написано иммунитет. А, вот они какие гадины. Офигеть. Ну вот эти уже такие посерьезнее были. Жесткие. Все равно сундук закрыт. Видели? О, еще исчезло. Да отпрыгни ты, вон какая-то штука. Ага. Блин, сколько здесь вообще нищекушек-то? Вообще целая куча. Просто какая-то штука летела. Привела к меня к секрету, блин. И там появился богатый сундук. Офигеть.
О, вот еще одна эмбер. Огневую надо. Так. Есть. Зажгли. Я как понимаю, еще нужно, да? Так, одна, вторая зажгли. Ищем еще третью. О, вижу, вижу, вон она. Эмбер. Есть третья. Че, не открылась сундук? Нет, не открылся. Значит, еще где-то должен быть. Возможно, четвертый. Или нет? А, нифига себе. Вижу его. Спрятали. Есть. Все, сундук открылся. Блин, вообще интересно. Был зашифрован. Богатый сундук открыл. Видели, как, блин, все спрятано так. Секретно, как все. Все, отлично. Блин, с такими темпами мы, наверное, никогда не добежим до Кайе. Кайей. Фиг вы говоришь. Встретитесь с Кайей. С Кайей. У входа в храм. Все, храм вижу. Вход вижу. Мы не так далеко. Это второй храм. Так, блин, вот это редкость. Я вот это все беру, ребята. Не обессудьте. Обломки железа пригодятся. Вообще 100-500. Блин, там еще тоже тушняк наводит. Ладно. Так, мы можем. Тут мир очень большой. Есть храм. Вижу. Чипчика. Бежим к нему. Кейя. You've arrived. А вот и ты. Да. Come closer. Подойди поближе. Can you smell that? Ты почувствуешь этот запах? Тебя что, воняет, что ли? Пахнет горелым пламенем. Этот храм выглядит не таким уж и заброшенным. I imagine there will be slime, должно быть пламя, хили-чурлы и что-то, что подпитывает дракона. Oh, yes. О, да, it is going to be lively in there indeed. You're quite the brave. It's a pity that the temple of the wolf has been disturbed. Let's head in. Пойдем, Шапала. No one makes offerings to the four winds anymore. Уже давно никто не делает подношения хранителям. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples. Сейчас осталось времени порядок в храмах. Все, мы что и делаем. Сегодня у нас будет еще один храм. Надеюсь, что мы его пройдем с легкостью. Так, и что? Храм Волка Севера. Храм Волка. Испытание. Палящий огонь и бушующая молния. Рекомендуемый уровень отряда 25. В смысле? А мы что, походу, помрем, что ли? У меня уровень 7 и уровень 5. Все. Начать. Так, получается, уровень 25. Мы отстаем в 3 раза. Это что нужно? Это нужно нам что-то сейчас подумать. Возможно, где-то улучшится. Артефакты, не артефакты. Сейчас будем разбираться, что есть. Что-то я чувствую, не все так просто у нас сейчас тут будет. Так, давайте посмотрим. Нажимаем вот сюда. О, артефакт есть. Отлично, еще один. Надеть. Надеваем. Попробуем его. Так, карманный чтитель. Так. Получаем лечение. Использование взрыв. Нет, это не интересно. Так, мне нужно оружие. Есть по оружию что улучшить? Авто. Фигня. Нет. Фигня, фигня. Характеристики. Повысить уровень характеристики. Давай. Вот книжка. 26 книжек таких. Необходимо 53 тысячи у меня. Так, ну, может вот так? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Вот так. 10 тысяч. Подтвердить. Уровень 15.
Увеличилась сила атаки, увеличилась защита, увеличилась. Подтвердить. Ага, вот это что дает? А, это вот так прибавляет. Все, понял. Так, это ладно. Так, а ты у нас что? Давай тоже характеристики повышать. У тебя уровень 15, давай вот этих используем. Тоже штук 10, 11, вот так подтвердить. Уровень 15. Отлично, подтвердить. Так, что тут у нас еще есть? У тебя что с оружием? Улучшить. Автор. Блин, ну это вообще мелочи, нет, конечно. Артефакты. О, так ты у нас даже без артефактов ходишь. Давай, конечно. А, надеть, подтвердить. Дальше. Корона. Вот такая есть, вот такая есть. Какая круче? Вот это, наверное, надеть. Отлично. А, вот сюда что у нас? Ой, так я у этого, что ли, снимаю? Надеть. А я зачем у Шапалаха-то снял? Артефакты. Или они одинаковые просто таскают? Надеть. Так. Что у нас здесь? Вот еще у нас. Новое, вот это тройное. Надеть берсерк. Так, и вот сюда у нас остается надеть. Шапалах уже использует. Отмена, значит. Уже Шапалах использует. Созвездие, кролик, что-то можно. Двух зайцев. Уровень созвездия 1 во время прицеливания и стрельбы. Необходимо активировать. Достаточно материалов. Тут какие-то штуки нужны, все понял. Так, а у этого созвездия это кто? Не знаю, что за созвездие такое. У него что-то ему нужно, да, тоже нужно, у меня тоже нет. Все понял. Так, выходим отсюда. Вы повысили уровень до 15. Let me show you how the Knights of Favonius conquer our adversaries. А ты какой-то Гарри Поттер. О! Я вот этим типом, что ли? Cool it! Ага. Интересно. Форда Фафониус. Ну давай посмотрим, что ты можешь показать. Опа. Врата возрождения активированы. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. Wait, how do you know? Откуда ты знаешь? Experience. Опыт. The kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. Я могу ходить еще вот этим. Уровень у тебя какой? А что пятый-то? Враги могут намокнуть, если кругом вода. Крио-навыки могут замораживать воду мокрых и гидро противников. Используйте эту элементальную реакцию, чтобы контролировать ситуацию на поле боя. То есть, что я должен сделать? Я должен... А, тут уже все в воде, все понял. Подбираемся к ним поближе и нажимаем... Крио, заморозка. Да, 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 и потом просто... Ну, ничего так прикольно. Согласен. Кажется, у тебя нет глаза бога, путешественник. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? There was a very strange occurrence. Мясо, капуста, редис, и тут есть ход для обычного сундука. Руды, круто. Руды нам пригодятся. Так, что тут еще у нас есть? Еще какие-то бочки. Надеюсь, не взрывоопасно. Нет, тут просто обычный редиск. Так, дальше идем. Здесь что-то... А, не-не-не-не. Тут что-то интересное, да? Нет. Ничего интересного. Смотрим поверху. Потому что... У меня такое чувство, что наверху тоже могут быть разные
Ходы. Вот как будто, кстати, вон туда есть ход, видите? Ну-ка, давайте попробуем. Лазит он, не лазит. Где? И нет, показалось. Опа! Походу, у меня глюкануло. Не, да, это глюк. Все, понял. А вот тут уже не глюк, смотрите, ребята. Я же говорю, ходы есть. Ага. А он что, не лазит, что ли? Окей. Так, камера возрождения активирована. Да-да. Я уверен, что тут очень много секретов, которые я прохожу мимо. Огнемет может выпускать огонь благодаря своему энергетическому ядру. Используйте крио-навыки, чтобы на время отключить ядро огнемета при сильных потоках огня. То есть я подхожу вот сюда и херачу его вот так. Все, он отключается, я спокойненько прохожу. Открываю обычный сундучок, и появляются какие-то мокрые какие-то уроды. Просто заморозить и все. И сейчас я мокрый. Так, ну со льдом их ничего так легко валить. Секретики? Секретиков нету, ладно, идем дальше. Идем дальше, отлично. Ну, наконец-то мы здесь. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Подняться на тех ветряных потоках. Так вот, нет, нет, а вот мне кажется, вот тут куча вот этих всяких секретиков. Так, теперь я должен что? Прыгнуть, по-моему, я уж не помню. А, тут вообще ничего нет. А, ну да, здесь надо прыгнуть. А, воу-воу. Воу-воу-воу. Ого-го, нифига себе. Нифига себе. Давай-ка вокруг посмотрим, что есть секреты есть. Так, секретов особо не вижу. Ладно, окей, я прыгаю сюда. Опускайся, опускайся. Так, открыть дверь. О, боссы, ну давайте, чё. Голубой камень в центре комнаты — это гидро-янтарь. Разбив его, вызовите дождь, который намочит все, что находится в его зоне поражения. Ага, понял. Значит, мне надо пробежать мимо вот этого и разбить. Потом мокрый дождь, потом включить заморозку. Some keen observation. Ой, зря заморозку. We should get Gene to give you a title and make you a knight. Заморозку. Есть. Где они все? А, они просто исчезли, что ли? Тут ничего. Еще один мясо птицы прихватим, пусть будет. О, сундучок. Причем, как я понимаю, потом появляется или что? Драгоценный сундук, это что-то интересное. Он драгоценный сундук. Так, морковку забрал. Морковочка. Да блин, зачем встаешь-то на них? Редиска, мясо, птицы. Так. И давай вот тут еще. Все это хорошо. Так, теперь смотрим. Есть где-нибудь секретики тут какие-нибудь? Честно, особо ничего не вижу. Идем дальше. Так. И что? Из-за шипов на дне этот бассейн просто так не переплыть. Кейла может создать ледяной мост через воду с помощью крионавыка. Крионавык. Все понял. Speaking of, did you know? Storm Terror was once one of the four winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. Понял. Так, Ченч, это все потом, давай. Заморозка. Все, проходим сюда, сюда. Есть.
Врата возрождения активированы, отлично. Так, мне туда, но есть ход для читающих. Нет. Да тише, я просто вокруг, я осматриваюсь, потому что кто знает, какие-нибудь супер крутые секретики, супер сундуки могут быть. Видели, что я чуть не навернулся. Так, сюда идем. Кто здесь? Никого. Здесь что, никого? Никого. Все, нам сюда. Еще одно чудо-юдо. Ужас бури получает всю силу из этой штуковины. Seems probable. Вполне возможно. Ломаем. Ну давай. Сейчас это все выскочит. Браво! What a performance! По-русскому сказал. Браво! You are, to my surprise, a well. The battles you just fought were sights to behold. I see you all stories of your heroic deeds to save monsters. Please do visit me at our headquarters when you have the time. I also know a lovely tavern. If that's quite rewarding. Отметить no? Успехи. Что скажешь? We've seized another temple from Storm Terror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then. Bye-bye. Ну мы пойдем тогда. There's no way hilly turtles organize an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity. Thus you were behind this. Это все организовал. Это еще кто? Эмбер, что ли? Knights of Avonius. Always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. Готовка. Во время своих странствий найдете редкие рецепты давно забытых блюд. Не забывайте читать полученные рецепты в своем инвентаре для того, чтобы пополнить список блюд, которые вы умеете готовить. Короче, мне надо книжечки перечитать, у меня вот может появиться еще больше способностей по готовке, по улучшению, по еще чем-то, по заклинаниям. Я книг там в библиотеке понабрал целую кучу. Получен персонаж Кейя. 4 звездочки. Чик. Задание выполнено. Ну что, друзья, мы прошли сегодня второй храм. Мы сегодня узнали очень много нового, получили очень много опыта, улучшили своих персонажей до 15. Теперь у нас есть еще вот такой персонаж, который сегодня мы получили. Это Кейя. Или Кия. Но у него, как видите, всего только второй уровень. У Шапалаха 15, у Эмбер тоже 15. Кейя вполне прикольный ледяной тип, его просто надо подулучшить. Если вам понравилась эта игра, понравилась вот эти анимации, это вообще прорисовка, посмотрите, вот, блин, это все просто аниме. О, опа, а это он кидает, я думал, монетка появилась. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях. Всем пока-пока.